Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Сегодня мы с Элин приехали в квартал Сарафово в гости и на море. Я уже рассказывала вам про Сарафово раньше, у меня есть видео на канале, но каждый раз что-то меняется, поэтому несколько слов. Это квартал Бургаса, хотя находится он примерно в 20-30 минутах от Бургаса на автобусе, если ехать. Но считается районом, ну или как квартал. Здесь называют Бургаса, города Бургаса, да. Так, хочу вам показать, смотрите, какое здесь строительство. Так, мы сейчас идем на море. Вот плюс то, что здесь рядом море, конечно. И дома здесь строятся довольно-таки быстро и раскупаются, как горячие пирожки. И цена, сколько примерно цена квадратного метра здесь? Цена квадратного метра сколько примерно? Цена за квадратный метр жилья сколько примерно стоит? Вот больше 1000 уже за квадратный метр. Ну да, конечно. Это считается один из престижных районов. А что это здесь за трубы? Вот мы идем на море. Пристанище Сарафово. Мы сейчас идем на пляж. Море какое красивое. Так, а здесь вот какие-то трубы. Все так меняется. Мы спускаемся по дорожке к морю. А впереди Бургас виднеется. Ну, этот квартал находится недалеко от Бургаса. Здесь есть все. Совсем недавно открыли здесь крупный супермаркет Билла. И стало удобно, уже не надо за продуктами ездить в городские бургасские супермаркеты. Стало вот очень удобно. Когда-то я здесь жила 3 года назад. И здесь не было супермаркетов, а сейчас вот удобно. Такая крутая дорожка ведет к морю. Так, кто-то идет с пляжа, а кто-то на пляж. Вот такой пляж в Сарафово. Море сегодня. Смотрите, какое. Вот там чуть-чуть водоросли, а здесь нет. А с утра было вообще великолепное море. Так. Я сегодня не купаюсь, потому что сделала себе перманент. Теперь неделю мне купаться нельзя. А вот моя внучка с моим другом пошли на заплыв. Как водичка? Элин, как вода? А хочется купаться ей. Ой, красота. Вот такой довольно-таки немаленький пляж в Сарафово. Вот это виднеется квартал Сарафово, дома. Так, вот оттуда мы спускались, все в зелени, весь пляж. Вот они мои пошли купаться. Заходят, заходят. О, прыгает. Ой, наконец-то море. Вода теплющая. Вода в море 29. Температура воздуха 32. Какая красота. Дети плещутся в воде. Хотя вода и не сильно прозрачная. Вот смотрите, сколько всяких водорослей. Конечно, отмыться вроде хочется, но пока что не могу. Вот из-за своей красоты не могу пока что ни баню, ни сауну, так как сделала себе, обновила себе брови. Перманент бровей сделала, поэтому сейчас не могу ни купаться, ничего. Ну что, недельку, а потом можно будет.
Вот мой друг учит Элин плавать. Вот она плавает. О, ловчиха, но рукавники не взяла, не захотела. Ну вот так. Дома в Сарафово вот такие. Красивые. Вот это так выглядит улица. Улицы небольшие, не широкие. Ну, это такой вот приморский квартал. Ну, вообще жилье здесь достаточно дорогое. Вот. И много всякого элитного жилья, коттеджи. Так. Рыбно-кишта. Рыбный дом. А там релакс. Отель. Вот этот дом недавно тоже построили здесь. Вот такой красивый домик. О, какой красивый дом. Строительная компания «Скоробей». Красивый, да? Да. Улица Черное море, да. Внучке понравился дом, говорит, как отель. И вот еще. Но этот дом пораньше уже построили. Вот такие красивые здесь дома. Цветы около домов. Красивенько так. Тут уже другая строительная компания. Около домов. Вот так красивенько. Птички притаились в зелени. Спит. Такая красота. Вот такая красота. Вот еще одна улица. Так выглядят улицы в квартале Сарафово. Елочка, какая елочка очаровательная, растет вот в одном из домов. Вот такой невысокий дом. А вот этот дом за год построили прямо перед домом, куда мы приехали. Мы приехали вот в этот дом в гости, а это вот такой красивый дом построили с видом на море. А вот оно уже там и море. Ну вот за этими машинами в конце улицы. Вот я смотрю, в основном строительная компания «Скоробей» здесь строит дома. Собачками гуляют. Ой, со всех сторон собачки. Вот этот новый дом. Красота. Это вот центральная улица. Так выглядит. Вот туда ехать, это в Бургас, а это в обратную сторону по Сарафово. Такие здесь красивые дома. Вот впереди, рядом ресторан очень хороший, вкусно готовят. Так, ну а мы пришли к дому, а я с вами буду прощаться, друзья. Говорю вам, до свидания, до новых встреч. Пока-пока.